На базе благотворительной организации «Колыбель» существует вещевой фонд. Здесь, на Лежневской, 109, совершенно бесплатно все желающие могут получить одежду и обувь для малышей и взрослых. На мальчиков у нас не хватает вещей, конечно, катастрофически не хватает. Памперсы большие размеры, маленькие, очень нужны. Теплая одежда, да и все, что нужно маме и ребенку. Ежемесячно через фонд проходит около сотни женщин и мужчин, находящихся в трудной жизненной ситуации. Желающих пожертвовать вещи не меньше. Здесь принимают как новую одежду и обувь, так и бывшие в употреблении. Главное, чтобы в хорошем состоянии и чистые. Коляски и кроватки пользуются большим спросом, то есть они, в общем-то, идут постоянно обновляются. Да? У нас есть отделение склада в офисе, вот на Войково, там у нас тоже большинство колясок туда привозят кроватки, также мебель детскую очень многие просят из подопечных, поэтому это тоже всегда актуально. Подгузники, книжки – это всегда очень такие расходные материалы, которые очень нужны нашим подопечным. Вещевой фонд работает по 2 часа 4 раза в неделю. Записываться не нужно, достаточно прийти. Ну, посмотреть пеленки, распашонки. Вот. Так как я сейчас скоро рожу, вот, мне знакомые, подруги посоветовали сходить сюда. Вот. Я здесь уже второй раз. Вот. Смотрю, что понравится, выбираю. Я рада, что я сюда пришла. Какая-то помощь, но она есть. Потому что у меня их трое детей, и для них одеть их даже в школу – это очень дорого. Тут можно даже приобрести форму школьную. Вот. Скажу, не очень хорошего качества, но на первое время детям позволительно носить такое. Часто мамам не с кем оставить ребенка, и они приходят сюда вместе. Для таких случаев руководство «Колыбели» решило здесь открыть детскую комнату. Помещение уже выделили, волонтеры сейчас разрисовывают стены. Общественной организации требуется помощь неравнодушных жителей города. В детскую комнату нужен ковер, игрушки, стол и стульчики. Мария Смирнова, Антон Осипов, РТВ, Иваново.